Штраф за безответственность. Сотрудники ГИБДД выявляют водителей, подвергающих себя и своих детей риску на дороге. С 1 по 10 апреля в Муроме проходит профилактическая операция «Ремень безопасности». В рейд ДПС вышла и наша съемочная группа. Охота на безответственных водителей началась рано утром, когда мама и папы привозят детей в школу. Большинство остановленных автолюбителей ограничились проверкой документов. Все, давай, счастливого пути, до свидания, хорошего мне. А вот этой автоледи не повезло. Женщина перевозила ребенка без детского кресла. Был составлен административный протокол. У следующей автомобилистки такое же нарушение. Здравствуйте, инспектор ДПС Гудков. Очень приятно. Очень приятно. Водительская связь с регистрацией. Документики ваши проверим. Почему у вас ребенок перевозится без специального кресла, удерживающего устройства? У нас дети до 12 лет должны переводиться в креслицах. Знаете об этом? Знаю. У нас есть удерживающее устройство, оно у нас слетело. Теперь обеим гражданкам предстоит выплатить штраф в размере 3000 рублей. На данный момент у нас выявлено 129 нарушителей, именно водителей, которые перевозят детей с нарушением правил перевозки. До 12 лет дети обязаны перевозиться либо при помощи специальных удерживающих устройств, либо иных приспособлений, позволяющих пристегнуть их при помощи ремня безопасности. Что касается водителей, которые не пристегиваются сами, то для них предусмотрен штраф в 1000. 359 самих водителей, которые не пристегнуты были ремнями безопасности, либо не выполнили свои обязанности, не проконтролировали своих пассажиров, которые также не были пристегнуты ремнями безопасности. Наказывается и водитель, и пассажир, который не пристегнулся. Сотрудники ГИБДД убедительно просят граждан пристегиваться самим и позаботиться о безопасности своих пассажиров, особенно детей. Ведь эти меры не просто избавят от штрафов, но и спасут жизни. Анастасия Белова, Александр Симонов, Новости Муром.